ты моя самая красивая, скажи. Скажи, я самая мамина любимая кошка. Скажи, я сплю с мамой под одеялкой. Грима. Да, молодец. Тоже сейчас вот со своей комнаты начала. Проглистогонила. Некоторые препараты просто уже срок годности подходит, поэтому нужно, конечно, их израсходовать. Кому-то ошейник, кому-то таблетки. Кому что. А кого-то придется ивермеком колоть, потому что просто не дадутся. Ну, потихоньку сейчас комната за комнатой всех проглистогоним. Нам очень нужны препараты глистогонные.